Жизнь ее была так печальна, что рассказ о ней почти неправдоподобен. Настолько он красив. Саша Гитри. Comme s'aiment tous les amants, et puis un jour tu m'as quitté, depuis je suis désespérée, je te vois partout dans le ciel, je te vois partout sur la terre, tu es ma joie et mon soleil, ma nuit, mes jours, mes aubes claires. Tu es partout car tu es dans mon cœur, tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente que toi. Des fois je rêve que je suis dans tes bras, et qu'à l'oreille tu me parles tout bas. Tu dis des choses qui font fermer les yeux, et moi je trouve ça merveilleux. А потом была война, оккупация, концерты для военнопленных в немецких лагерях. После одного из таких концертов Эдит выразила желание сфотографироваться с военнопленными. Немцы не могли отказать знаменитой певице. После в подпольной мастерской голову каждого военнопленного пересняли на отдельную карточку, увеличили и прикрепили к фальшивому удостоверению личности. Эдит снова обращается к немецким властям с просьбой побывать в этом лагере. И снова немцы не отказывают. В чемодане с двойным дном она провозит по 20 удостоверений и вручает каждому военнопленному его удостоверение личности. Так ценой смертельного риска Эдит спасает 120 человек. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Потом уже после войны ее обвинили в связи с нацистами, а затем вскоре Эдит попадает в страшную автомобильную катастрофу, и в ее жизни наступает, пожалуй, самый трагический период. В течение 4 лет я жила как животное, как безумное. Для меня не существовало ничего, кроме укола, который приносил мне временное облегчение. Чтобы облегчить боль после автомобильной катастрофы, ей ввели наркотик. Боль была нестерпима. И она потребовала еще один укол. Врачи сжалились над ней и сделали этот укол. Эдит 3 попадала в клинику излечиться от наркомании. Она несколько раз пыталась покончить с собой. Она не могла петь. Она путала слова, забывала мелодии. Она превращалась в тень. И все-таки хватило мужества выбраться
из этой бездны, в которую она падала. Даже были поражены врачи, потому что Эдит стала первой их пациенткой, которая действительно излечилась от наркомании. Сопровождали Эдит всю ее жизнь. Святая Тереза излечила ее от слепоты. Ее сны сбывались с удивительной точностью. Она разговаривала со своим умершим отцом, с погибшим в авиакатастрофе возлюбленным, знаменитым боксером Марселем Серданом. Она верила всем астрологическим предсказаниям и следовала им. Я живу в мире предсказаний и таинственных знаков. И никогда не пренебрегаю посланными мне предостережениями. И лишь однажды Эдит поступила вопреки. Человек, ради которого она пренебрегла предсказанием, предал ее. Эдит начала пить. Я никогда не смеюсь над теми человеческими обломками, в которые превращаются алкоголики. Я ведь слишком хорошо знаю их мучения. Однажды, в 1956 году, ей приснилась погибшая, плачущая дочь Марсель. Эдит решила, что это она заставила Марсель плакать. Эдит проснулась с тяжелым чувством вины. Она впадает в транс, продолжает пить, попадает в больницу, но вновь побеждает дьявола, который, казалось бы, навсегда поселился в ней. Больше Эдит ни разу в своей жизни не прикоснулась к спиртному. Parmi ces gens qui me bousculent, et tout dit désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps, et le feu sans effort nous pousse en chaîne l'un et l'autre. Et nous laissons tous deux épanouis, enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains laissent souder, et par le poids soulevé, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La joie éclaboussée par son sourire, me transfère, se rejaillit au fond de moi. Et soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure, et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Благодарным существом.
И она, может быть, из силу своей страшной эмоциональности, фантастической эмоциональности, может, она была такой хрупкой, ее сердце все помнило, ощущало все хорошее. И поэтому, наверное, и она и срывалась, поэтому, может быть, и злоупотребляла и наркотиками, и вином. Но это можно ей простить, потому что все сравнимо. Если человек на таком высоком Олимпе остался, несмотря на то, что ее уже столько лет нет с нами, я думаю, это мелочи из ее биографии, ее грехи. Кто из нас не грешен? Demandez à l'homme au piano, au piano, au piano, de frapper à coups de marteau, coups de marteau, coups de marteau, qu'il tape à tir l'arigot, l'arigot, juste au fond. Je sais que ses doigts ne sont pas en bois, mais quand il les cassera, on les fera remplacer. Qu'il joue comme une machine à sous jusqu'au bout sans arrêt. Peut-être que ton cœur entendra un peu tout ce fracas et qu'alors tu comprendras que le piano joue pour toi. Je dois chasser comme je peux le fantôme silencieux. Si le bonhomme fait du bruit, c'est que moi je lui crie de frapper comme un sou. Ça ne sonnera jamais plus faux que la chanson des mots qui parlaient de notre amour. Став знаменитой, получая огромные гонорары, Эдит Пиаф по-прежнему оставалась все той же Эдит Гассион, живущей сегодняшним днем. Она покупала, по-прежнему покупала наряды, ходила и пела все в том же черном платье. Она приобретала роскошные драгоценности лишь за тем, чтобы понравиться одному единственному человеку, который был очень тщеславен. А когда этот человек бросил ее, она попросту все эти драгоценности спустила в унитаз. А однажды она спасла человеческую жизнь. Как-то ей повстречалась на улице девушка, несшая на руках какой-то сверток. Через мгновение девушка возвращалась обратно. Эдит заподозрила что-то доброе. Она бросилась в парадную, и в ящике из-под фруктов среди лохмотьев она обнаружила живого младенца. Эдит догнала девушку. Ну, история обычная. Девушку соблазнили, бросили. Ее родители, узнав про это, выгнали ее из дома без единого су. И тогда Эдит выписала ей чек на 1 000 000 франков. Через 2 года Эдит получила письмо от той девушки. Она вышла замуж, была счастлива, подрастала маленькая спасенная дочь, которую назвали именем Эдит. В конверт был вложен медальон с одним единственным выгравированным на нем словом «Спасибо». Этот медальон Эдит Пиаф хранила. Эдит была скупа. Один человек в свое время очень серьезно ей помог. И вот настал день, когда этот человек сам обратился за помощью. Эдит в то время зарабатывала огромные деньги. И впервые в своей жизни она купила слитки золота. Эти слитки ее околдовали. И она отказала этому человеку. А через 2 недели очередной возлюбленный, с которым она жила, сбежал, прихватив с собой все слитки золота. Эдит даже полицию не заявила. Она считала, что Бог наказал ее за то, что она согрешила против лучшей человеческой добродетели. Для меня не было в жизни ничего более стоящего, чем любовь и мои песни. Но и мои песни — это тоже любовь. Ей все время снились сны. Один и тот же сон, что кто-то звонит ей по телефону. Она снимает трубку, а там
пустота и тишина. И буквально за несколько дней до встречи, то есть за несколько дней, когда Тео сделала Жене Эдит, опять приснился ей тот же самый сон. Она снимает трубку и слышит голос Тео, который просит ее руки. Через несколько дней состоялось венчание. Тео знал, что Эдит уже угасает, и что жить им остается не больше года вместе. И тем не менее, их союз помогает Эдит встать после уже тяжелой болезни, не первой перенесенной, на ноги. И они выходят на сцену Олимпи вместе. Une chanson de Michel Aimer que nous avons créée à cinq colonnes à la une avec Théo Tarapeau. À quoi ça sert l'amour? Théo? Все впереди, что жизнь, в которой она изведала столько горя и потерь, уже не повторится. Но чудо на этот раз не произошло. Болезнь победила. 14 октября 1963 года Париж оплакивал Эдит. На Пэр-Лашез собралось 40 тысяч человек. Я вела ужасную жизнь, это правда. Но также жизнь изумительная, потому что я любила ее жизнь. Я любила людей, моих возлюбленных, моих друзей, а также незнакомцев и незнакомых, составлявших мою публику, для которой я пела, часто превозмогая себя, для которой хотела умереть на сцене, допев свою последнюю песню. Rien, j'ai payé pas les
goût du passé. Avec mes sourires, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours, je repars à zéro. Ça commence à...